Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я хотел вам рассказать про систему отопления, воздушную систему отопления, которую мы используем для наших теплиц. И сейчас мы в небольшой нашей конструкции собрали это воздушное отопление, я хотел вам о нем немного рассказать. Основной элемент это идет непосредственно воздуховоды. То есть по воздуховодам мы загоняем воздух, вот он, вот, и получается его распределяем по теплице. За счет шиберов, и за счет шиберов мы можем регулировать потоком воздуха. То есть вот в принципе все шиберы открыты, и из них идет довольно-таки горячий воздух. Если так посмотреть, можно увидеть какой поток воздуха. Так же самое за счет регулировки шиберов можно отрегулировать какой воздух, где в какой части теплицы у нас распределяется. Если нам надо максимально выгнать его в крайнюю часть, то мы закрываем все шиберы, и, соответственно, у нас идет основной поток вот здесь, получается. Вот, как видим, выходит воздух. Что у нас происходит? Котел нагревает воздух, а вентилятор прогоняет через котел воздух, и потом мы его распределяем по теплице. За счет регулировки шиберов и за счет регулировки диаметра воздуховодов мы уже непосредственно подводим то количество тепла в ту зону, которую нам нужно. Сейчас мы подойдем к котлу, я выключу вентилятор, чтобы его... Пусть будет. Я выключу вентилятор, а то он довольно-таки громко работает. Вот мы в котельной находимся, которая плавно переходит в теплицу. То есть вот наш котел, соответственно, вот вентилятор, улиточка, которая забирает воздух из теплицы. Здесь еще дополнительно шибер. Это именно для того, чтобы мы могли вот этот горячий воздух, который с этой стороны выделяется, его обратно же забирать внутрь, прогорять через котел, то есть его дополнительно нагревать. То есть мы как бы это тепло обратно же используем. То есть вот основной принцип этой работы. То есть котел, вентилятор, который забирает холодный воздух, загоняет в котел, нагревает и обратно же его распределяет уже нагретый воздух по самой теплице. Вот мы вышли на улицу и сейчас посмотрим, как у нас выходит дымоход. То есть вот наш дымоход, и он пошел, это примерно 7 метров высота. И вот, в принципе, вот и наша теплица. Формуги могут открываться как снизу, так и изнутри. То есть вот наши формуги. Вот их мы можем открыть для проветривания и закрыть. Также у нас есть вверху форточки. Вот они, форточки. И они работают от акваторов, то есть открывать, закрывать можно автоматически. Торцы из поликарбоната сделаны. Восьмерка, то есть это толщина пропорциональна теплопроводности двойной пленки. Ну и пленочка, то есть пленочка сейчас у нас она надута, вот если можно посмотреть. Довольно-таки... нормально надуто. Ну и так же самое внизу форточки.